Всем добрый вечер. Предлагаю вашему вниманию открытка периода царской России, Одесса, Николаевский бульвар, открытка 1900-1917 года. Николаевский бульвар и памятник Дюку де Ришелье. Смотрим открытку ближе, и я буду рассказывать исторические факты, что касается уже именно непосредственно этой открытки. Этот бульвар, который на открытке, сначала назывался Приморский бульвар, потом Николаевский и бульвар Фельдмана. Бульвар в Одессе расположен на краю городского плата, начинающий от Думской площади и заканчивающийся Воронцовского дворца. Бульвар один из лучших градостроительных ансамблей архитектуры классицизма на Украине. Удачно осуществляет связь центральной части города с морем и является парадным фасадом при въезде в Одессу со стороны моря. Бульвары выходят Пушкинская и Екатерининская улицы. Воронцовский переулок, застроена только одна сторона бульвара. С другой крутой склон, ведущий к Одесскому порту. Пассажирского терминала Одесского порта. Бульвара спускается величественная, всем известная Потемкинская лестница. Приморский бульвар уже 200 лет известен как археологический объект. При строительстве домов в начале 19 века рабочим стали попадаться античные древнегреческие погребения, отдельные предметы утвари и быта древних жителей этой территории. В ходе реконструкции бульвара 2008 года специалисты Одесского археологического музея были обнаружены остатки греческого поселения 5-6 века до н.э., располагавшегося на нынешней территории бульвара. Предполагалось, что после реконструкции место раскопа вновь будет засыпано, но затем было решено сохранить раскопки, накрыв их стеклянным куполом. Ныне это своеобразный археологический музей под открытым небом стал одной из туристических достопримечательностей бульвара. Кроме того, начиная с 1864 года и до конца 8 века на территории современного Приморского бульвара стояла турецкая крепость Энидунья. Новый мир в переводе. Крепость возвышалась над обрывистым Приморским берегом, простиралась от Воронцовского дворца до середины Приморского бульвара. Если понравилось видео, ставьте лайк, пожалуйста, и подписывайтесь на мой канал. Сейчас, в данный момент, этот бульвар называется Приморским. Всем спасибо за внимание. Открытку я выставляю на аукционах своих в Украине. Сейчас обратную сторону открытки забыл показать. Вот. Пожалуйста, обратная сторона открытки. Открытка в хорошем состоянии, видно все углы в отличном состоянии, рекомендую украсить любую коллекцию. Ставьте лайк, пожалуйста, и подписывайтесь на мой канал. Всем удачных торгов на моих аукционах. Спасибо за внимание.